трагикомедию о водке. Сегодня презентовали студенты театрального института. Короткометражный фильм они сняли в деревне Сидельниково под Екатеринбургом. Ничего не исправить, придется в банке железной букет ромашек поставить. Социальная короткометражка «Васильки» рассказывает о судьбе молодых деревенских парней. Прототипы героев – реальные люди из поселка Гайны Свердловской области. Режиссер картины Максим Миловедов, студент ЕГТИ, сам родом из этих мест. В «Васильках» он показал, как молодежь сгорает от пьянства. В его фильме люди готовы пойти на любой обман ради очередной дозы алкоголя. В съемках приняла участие актриса Екатеринбургского камерного театра Ирина Яблоцкая. Также студенты ЕГТИ. Зрители смогут увидеть картину на фестивале «Коляда Плейс» в июне этого года. Надежда есть, и в конце я оставляю во всем этом, в этой боли, в этом, во всем есть всегда надежда, свет какой-то. Но конкретно я не стал показывать, что. Дальше выбор за этими людьми.